А мы все сдохнем вот этой вот тупой делегации, которая валяется. О, нет, я назад, я назад. Уйди нафиг. Очко, блин. Всем дружное очко. Чернобог, свали нафиг с меня. И еще едет чернобог. Я на старт уехал обратно. Нахрен мне на старт. Спрячься или сдохни. Это стенка на стенку. Это самая болезненная стенка, потому что ездить мы будем по узкому коридору. С вами Квантум, Магеман и Медалист. Да. Нам всем жести, мы все умрем. Поехали. Куда ехать-то? Вперед, прямо, там, а там бимба, там бимба нафиг. Там мина, не едьте, пацаны. Там мины, две штуки вижу уже. Офигеть. Нет, я не поеду. Не поеду я туда, там еще мина. Не поеду, не пихайся даже. Блять, там просто там бустеры, там бустеры пихают в мину сразу. Ну давай, едь. Не поеду я туда, ладно, поеду. Там просто... Я заехать не могу, пробка. Там трындец людей сзади. А что там происходит? А что-то все гибнут. А там потому что бимбы валяются. Ой-ой-ой, там кто-то толкается, не толкает. Бомба! А, фух, я перелетел через нее. Блять, я тоже перелетел, господи, ты боже мой. Ему не повезло. Я перелетел. Не поеду! Фух. Ебан, не повезло! Спасся? Да! Там чувака вперед выпрыгнуло. Мы это не пройдем походу вообще никогда. Так, я не поеду дальше, я посижу в карманчике. Подожди, а где здесь сейф-зоны, про которые я говорил? Ну, карманчики, видишь, мы в карманчике заезжаем и все. Мы занимаемся тем, что мы обезвреживаем бомбу, саперная команда. О! Все, обезвредили, пацаны, я второй! Ты второй? Ай, надо успеть, надо успеть! Да, я тоже успел! Тут пожарка, офигеть! И на пожарочке назад, блядь! Медалист, езжай, что встал! Так а все, я... Да едь, медалист! Я подтолкну! Какой трындец! Это не жалко их! Их жалко! Это погнали, блядь! Тащи их на... Мне жалко, пацаны! И сейчас начнет ускорение! Бустеры полетели! Кто не спрятался, я не виноват. Это новое название. Кто не спрятался, я не виноват. Я просто смотри, там рекорд назад полетел. Меня перебрасывает, я лечу на скорости, как ган. Там пацаны назад уезжают. Трындец, его домой на старт повезло. Да, какой-то фаюб вообще сосет. А нам сейчас обратно ехать. Стоп. Нам, кстати, обратно ехать. Что случилось? Что? Медалист покончил с собой! Меня забросил наверх, я думал, сейчас проеду, я взорвался, сука! А, тут залочили специально, походу. Да, там наверх не пролететь. А пацаны, главное, не забывайте про карманы. Там трындец, пожарки в лицо. Там чувак просто сдался и поехал. Я 14-й. А че с Ванисом? Ты еще и меня убил, подлец. Нет, просто непонятно, если вы сейчас обратно поедете на носатых, то я сейчас встану и буду сосать. А че здесь происходит? Так в этом же вся суть. Да я не люблю. Гиман! В этом сейчас. О, Гиман, ты первый, чего? Да это. Там никого нет, Гиман. Это ненадолго. Тут чел застрял просто в телефоне. Прячься, блять, Амиго, долбоёб! Что там? Спрятался, Гиман. Что следующее пошло у вас? Да коповская тачка. Ничего, ничего, мы просто. Я просто спрятался, и Квантум мне в срачельник залетает. А нам всем в жопу, мы все умрем! Блять, Квантум, мы не успели, да? Мы не пойдем, это нет! Ой, на скорости. Они по нам поехали уже, охренели что ли? Бля, мне полицейский. Тут просто мусор из машин. Бля, пацаны, я не понял. Не, медалист один не вывозит, он не вывозит. Вместе мы сила, туда его. Там фрозен просто по стене. Нет, нет, я толкаю нормально. Это просто очелово. Ты со мной поедешь? Нет, мне туда не надо. Поехали, Квантум, поехали. Поехали, поехали, гони, гони, газуем, газуем. Меня под пожарку закинуло! Да за что? Вас догнать, но это как-то очень трудно получается. Нет, нас не трудно догнать. Пропустите! Да я под... А чё пожарка? Едь вперед! Мне машину убила полицейскую. Мне очко, тоже. Там пожарка в лицо едет. Ой, я перелетел через них! Кстати, я перелетел можно. Пожарку вроде бы как. А я наверх выехал. Медалист, что ты говоришь? Наверху взрываешься, медалист? Наверху взрываешься? Ну нет, вроде нет. Ага. Ударится, а где я вообще? Ты привет, Агиман. Я не понимаю, где. Мне нужно было ехать поверху. Меня выкинуло наверх. Я не знаю. На мне лежит кто-то. Я не могу встать. Меня обратно тащат. Я просто на крыше скатился. Там банкер на огромной шняге едет.
Квантумец, я наверху засейвился. Я тоже сейвился, но медалист говорит, там взрывает. Поэтому я спрыгнул вниз. А меня не взорвало сейчас. Да нет, нет, я тебе говорю, меня может боком просто поставило, я взорвался сам. Блять, Квантума, тут не получится залейв хачить сверху. Тут продуманная система. Я на старт приехал, ты понимаешь? Я ехал 5 минут. Я 12. Знаешь, по-братски, пусть никто Квантум, сейчас не приедет. Квантум, я приехал, Квантум. Серьезно? Проехал. Ты поверху да. проехал? Да, меня наверх выкинуло и засейвило. Кто-то переспавнился. Я это, походу, я не успел. Привет, ну, Квантум. А что? Едете? Куда? Назад? Не надо назад! Это, так это вот. Потому что... Едем. Пюрпл, пидовка. У меня все хорошо было. У меня тоже, Квантумец. Я уже думал, что я проехал. Ладно, надо в щель забиться. Да вон она щель, вон она щель была. Мы не попали в нее. Не попали. Вон еще щель, да почему так неудобно эти щели располагаются-то половые. Ой, я залезу. Дима, я к тебе. Амиго, ты жив? Да ни хрена я не жив, я перпл. Да как? Это нереально. Я опять обратно еду. Я же два раза обратно ездил. Я взорвался. Где ты умудрился взорваться? Боком, я не контролирую. Что за хрень там меня преследует? Блин, мы не контролируем спуск. Уехать, заехать, да, я в тюрточке. Не могу. Блять, я не могу, меня несет, блять, и ускорялками. Я просто возвращаюсь, блять. Я не хочу возвращаться назад. Ребят, не благодарите, это благодаря мне это дело создано. Это Гиман придумал, его описал. Я вернулся. Ненавидим его всем селом. На старт. Ваня, ты что здесь делаешь? Это невозможно пройти, походу. Уехать. Да, я прошел. Бля, везет. Поздравляю. И мы теперь не пройдем. Там, если ты сразу не спрятался, тебе пи***ть. Я спрятался, сидел и выжидал. Просто долго выжидал. Я сделал это. Фу. Все, у меня черный экран. Это очко. О, блин, как я долго поднимался. Это самое сложное дело. Я тоже, знаешь, так ехал поверху, но потом... А что здесь случилось? А почему здесь AVX задан наперед стоит? Что за хрень? Я не могу теперь вообще... пройти этот пес и лис. Типа у меня тачка, короче, какая-то неадекватная. Ваня еще едет задом наперед, и тут ничего не поделать. Залазите меня! Это трындец, пацаны, я сейчас везу просто огромную кучу людей. Ема, я кого-то вытянул. Надо ехать. Сейчас они проходят, ехать надо. О, пацаны, привет, я вас видел. До следующего чека. Дайте я проеду по-братски. Я не хочу вас вести назад, вы мне не нужны, мне нужна позиция. Не да отпусти меня, полицейская, это шляпа. А им надо было вверх поднимать их. Что случилось? Как мы застряли с тобой? Все, до свидули. Еман, я с чуваком застрял. Это грандиозная фигня была. Труп, исчезни, пожалуйста. Я не могу, меня обратно тащить. Туда. Опять потащили? Да, пацаны, ебаные, давайте раз... Бомжара, что за хрень тут случилось? Я не участник пробки, я ее... Пробки 10 баллов блядь, на карте. Чернобог, да откуда ж ты взялся? Тебя ж там не было, он в черном экране сидел. Да, дайте я выйду уже, спасибо. Едь по нам. Извините, пацаны. А ты меня, Квантумец! Что? Ого, металлист. Вот это вот говно, это я. Понимаю. 12 минут, у меня только 4 часа. Почему мы решили, 15? Что драться с Чернобогом это охуенная затея? А кто это вообще решил? Не с каких знаю. Пор вы решили драться с Чернобогом? Полицейские, развалюхи, раскривушки. Да что ты меня пихаешь-то? Сасон, да я поеду поверху. Хуярит. Спасибо, пацаны. Блять, ну я хотел заехать! Еще... И все. Он по всем проехал. О, он нет. Проехал поверху. Зачем? Это очко. Вы понимаете, мы здесь будем годами, сидеть играть. Да просто не, кровь, нормально. Ладно. Уйди, пожалуйста, остов долбанный. Все, я буду сидеть здесь, пока не пройду с Чернобоги. Откуда вы здесь все взялись? Да изыдите нафиг. Меня тащат обратно. Это просто пи***ос. Да за шо? О, не заехал в дырочку. Блин, меня енот убил. Там задом Чернобог едет, да не поеду я туда, не хочу назад. Нормально, я выжил. А я уже дымлюсь, я еще не ехал, я уже дымлюсь. Там еще один кто-то едет, сука. На Чернобоге. Там, по-моему, Белазик едет. Там Чернобог едет, а не Белазик. Он прям надо мной пролетел. Ему да я в чек хотел, куда же вы, блядь, пихаетесь, ебаны? Охренеть, какая отвратительная машина. Она не... Да трупик, я не могу перевернуться, там Чернобог летит. Я тебя подтолкну, медалист. Он меня проехал, блядь. А все, я заглох? Охренительно, машина, блин, сдохла. О! Блядь, это пиздец. Я по стене поехал! Я поехал по стене, мне плевать! Да, я так лайфхачу иногда, если получается. А мы все сдохнем. О. Вот для вот тупой делегации, которая валяется. Да. На мачку. Из-за какого-то хрена, который на крыше лежит. И он что поделать не может, мы все сдохнем. Там Чернобог летит. О, нет, я назад, я назад, я назад, я назад, я назад. Уйди нафиг.
очко, блин. Всем дружное очко. Да отойди, мразь! Чернобог, свали нафиг с меня! И еще едет Чернобог. Я на старте. Я хотел спрятаться. Я на старт уехал обратно. Нахрен мне на старт. Я офигею, тут просто в сейф-зоне у нас ад какой-то происходит. Там просто вот все эти гадоны, они едут и едут, блядь. Едут и едут. Чем ты меня переворачиваешь? Вы даже выехать нормально не можете, да? По-братски ходил по Чернобогу залететь. Я тебе говорю, просто вставай в сейф-зоны, жди, чтобы челы проехали. Вообще, ну то есть... Не повезло, не попасть в эту дырочку, не попасть в нее никак, понастроили щелей каких-то всратых. Ой, бля, Дима... Съедь с меня, родной! Ага, я обратно эту хрень повез, помощную, фиолетовую, понимаю. Пропусти меня, родной, пропусти, сделай что-нибудь, уйди от меня, не трогай меня, забудь меня, не вспоминай. Куда ты поехал? Тебе назад вообще! А какой ад, просто не понимаю, что где у меня колеса тут нет. Пробка, пи***. Нет. Я офигею, у меня нет колеса. В какой момент я потерял все, колесо? Потащило, я не знаю, я аж 16, я не могу проехать. Это какое-то очко. 21, я тоже не могу проехать. Ну блин, эта дрянь прилетела. Мне не нужно обратно, честное слово. Блять, я 3 раза почти добрался до этой хуйни, я не смог. Как я тебя понимаю? Все, я буду стоять здесь. Это моя личная сейф-зона. Я уже на подъеме моя шел, дырочка. Все, ну, понимаешь, ох, как мне нравится эта дырочка. Ой, блять, я на Чернобоге просто лечу. А, я вижу, походу, тебя. На одного убил. Да ты убил чела? Да, да, там да. Там еще Чернобог летит. Ну все, очко, я пока выезжать не собираюсь. Я смотрю на карту, да, я не в GTA играю, я просто в диспетчера авиаперевозок играю. Бляха, муха! Я был 25-й, мне фартануло, я наверх залез. Я на запчасти от гребаной тачки, от формулы застрял на какой-то. Чернобог летит на крыше вперед. Ебать, что за день? Амиго, блин! Да я при чем? Я сам страдалец! Не благодарите! Не благодарите, я консультировал пацанов. А я не хотел заехать, думаешь? Да, да, спокойно доверху едешь и аккуратно там щели есть. Все, я стою и пропускаю всех, пока все не свать. Нет, панзер, вали-ка ты отсюда. Короче, ты увидишь, там есть эти, которые... Нормально. Чисто на светофоре. Можешь светофор сюда поставить? Вау, проехало. Окей, окей, окей. Я тоже поехал! Что за хрень упала? Так, мышь какая-то. Ты меня толкаешь. Нет. Блядь, кто меня? Есть, назад! Дим! Я вижу! Назад, да назад, 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 назад! Свалите, мышцы грязные! Дряни! Да и саки вас нюхали всех! Блядь, Чернобог я уже был поехал. Наверху, и там опять эта хуйня. Ой, блядь, Патибас! Патибас, свали нафиг с моей дырки, ты слишком большой для нее. Я что-то вижу, блядь, оранжевое. Пожалуйста. Что это такое оранжевое перед... Это перед нами, блядь, машина вроде какая-то. Это чекпоинт, это не что-то, там Чернобог едет. Патибас, блядь! Я проехал! Пусти! Он поверх у меня! Бля, проезжай, медалист! Бать, я ебал эту игру 32 проезжайте. Минуты! Охренеть, я проехал! Все, я теперь на этой хуйне, я буду гадать. Я 18-й, видимо. Какое очко! Это о, теперь сок начинается! О, он выжил? Да. Почему я вверх ногами еду? Нет, он не выжил, Пантумец, я же там следующий. Почему я вверх ногами на Чернобоге еду? Что происходит со мной? А почему там кто-то наверху просто стоит? Я еду... О, меня толкают, бля, я толкаю, все, пи***а. Вот обратно проходится, вообще с кайфом, да? Я просто стоял, сейвился, там пустота, он намеренно, блядь, меня врезает. Все, мы проехали, кажется. А что за паровозик, пацаны? Нижний строй, я... Посмотри, вы до сих пор толкаете меня! Что за хрень? Ладно, я тоже думаю, сейчас я начну разворачиваться, нас столкнут в пи***у. Лучше просто ехать, бля. Действительно. А Гиман прошел ту тачку помощную. Хотя она прикольная. Пи***ц. Да хватит, Гиман, ты обогнал меня нагло. Это пи***ц. Это просто пи***ц. Пацаны, просто едьте. Едем. Проще сказать. А я пытаюсь. Я стою, жду. Все. Давай, давай. Дырочку занял. Протолкаю. По Шурику. Там просто толпа летит. Там никого нет. Поехал? Да, я и есть выехал. Есть автобус, блядь. Это я, Дим, это я. Я вот так встану, прошу, чтобы они под меня не залетели. Давай. А где автобус-то летит? Я не вижу его. Ну он поехал, я не знаю. А я не видел его? Я поднимаюсь, пацаны. Давай, 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 держим для тебя. Пацаны, спасибо. Держим для тебя, все нормально. Я поднимаюсь. Они прозрачные, он прозрачный поехал. Блять, прозрачные поехали, квантумец. Очко мне! Ну хули, все, нам нет смысла держать, блядь, Гиман. Да. Че там держать? Да я не успел дырку запрыгнуть, кто за... Ну это ты, конечно, интересное предложение. Ну не каждый сам себя, ты не подумай. Ой, я перепрыгнул, блядь, сейчас. Пусть оно светит, я на стенке посижу, как клопик, как бобр. Бедные потебасы.
Какое же мне очко летит в меня? По-братски, пусть там никого не будет. Пусть там никого не будет. Пусть там никто не переспавнится. Пусть там никто не переспавнится. Там реально никого нет. Я такой пережил только что. А почему Чернобог едет нам в лицо, а не наоборот? Он А его развернули. Так ему надо едь жопой. Чернобог, блядь. Его вон пусть зацепил, затормозить не может. Я 16-й нафиг, трындец. Это как я сальтуху сделал? Какая потнина просто. 8-й человек из 15. У меня тоже 8-й из 15. 6-й. Дец. Почему, сука, я думаю, вот такой ситуации, как ты, Квантумец, меня вообще никто не толкает, блядь. Слышь, я думаю, почему я не еду? Везет у меня трех колес нету. Я на одном колесе еду. Так нет, мне надо, чтобы меня толкали. Я вот задом еду еле. А знаете, куда я запрыгнул? Я запрыгнул наверх карты. Да, я так тоже делал. Там чек. Ну все, я поехал тогда вниз. Если там повезло. Там сейвишься, и главное, подожди, чтобы никого не было. Иначе спрыгнешь, там какая-нибудь ебина не прошла, и переспауниваюсь, и очко тебе. О, я на гоночной машине, она, интересно, это... Может по стенке хасанить? Не, ой, пацаны, Дима, ну против жопка. Меня вы не попрете особо. Мало, я подтолкнули. Бля, нет, лучше жопа. О, медалист, привет. Ебать, рвануло все. Есть. Ебать, Чернобог какой-то скинулся. Скинулся? Блядь. Не выдержал, бедолага. Все, пока никого нет, летим к победе. Рвё. Блять. Чё за хрен выехал? Дурной. Кто же его увидел? Декла. Вот же камыш вонючий валяется здесь. Брат, тащи. Куда? Ну, мне в обратную меня, сторону. Мне обратно тащат. Да, блять, камеру верните. Кажется, не залез. Блять, камера сломалась, ты вообще не понимаешь, что происходит. Фух, я поехал. Поеду. Я хочу ехать, сука, на колесах, а не вверх тормашками. Ой, я кому-то помог, кого-то закинул наверх. Доброжелательный Дима. Охренеть, спасибо, медалист. Да куда ты везешь меня, ну медалист? Ну а ты что думаешь, я это контролирую? Я вообще могу ничего не трогать. Чернобог еще сратый пришел сюда. И я опять настал. Блядь, взорвали. А это, да, сел на меня. Это да остановись же ж ты, не катись! Бля. Да блин, я в дырку, у меня колеса нет, ни очко, а там опять Чернобог едет. Понятно. Поехали. Можно мне ракетный движок, я улечу отсюда. Далеко надолго. Да почему ты не... Это как нахрен работает? Сейчас меня должно было врубить... Сейчас мне должны были врубить ускорялку, а я почему-то зацепил стопер и не взлетел. Я офигел от этой хрени. Опять на Чернобог! Да что мне везет-то на тех дряни так? Мне причем везло. Да. А как я сдох? Ну как я сдох? Ну я пацанов пропустил. Черный экран. Прям у самого этого я их пытаюсь пропустить, чтобы они проехали. Да только. Я сидел, сейвился, чел каким-то просто врезался в меня и взорвал. Я был. Все. Да, медалист, я тебя понимаю. Ехал на самом верху, был, меня привезли в самый низ. Спасибо. Но тут с таймингом еще не особо разобрался, что мы стоим, ждем, никого здесь нет. Там люди разлетаются, видимо, что-то едет страшное. Все разлетаются. Самое страшное сейчас будет пролетать мимо нас. Видел? Ага. Там еще лезет такой же. Да, там боксель катится. Страшно. Блядь, было. Ну, уйди от нас. Реально свалять сюда? Еще один едет, а не видишь? Блин, кто подняться не мог, блядь? Кармашек! Стоит, видишь, там стоит дядя какой-то. Подожди, сейчас нельзя ехать. Правильно. Нет, 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 передумал. Увидел эту хрень. Чел там только... еще две. Да, ты. Да свали отсюда. Едем? Да, поехали, Димон. Прям до финиша едем? Там кто-то выехал. Пожалуйста, не едьте, пожалуйста, не едьте. Я заехал в нычку. Все. Квантумец, вверх держишь? Туда этот едет, не могу держать его. Вампир поехал. Скажи, когда поехать. Поехал вампир. Вы стоите, я тоже поеду тогда. Мы стоим. Все, я тоже поехал. Агиман, какая тачка после автобуса? А, это подписчик. Какая тачка после автобуса, Агиман? Да я что? Да ты едешь на ней, потому что. Этот, ланцер, как у Антона, только лучше. А, потому что он не Антона, поэтому лучше, да? Да, да. Что это за подписчики? Ух ты, бляха, муха! Ну да, они просто не дают пройти никому. Ну да, мы не, со мной так же делали. Можно нейтралку включу, я быстрее покачусь, мне кажется. Фу, нафиг, ты взял автобус, медалист? Да, только, меня поймали и потащили в другую сторону. Меня а на автобусе наверх нужно ехать? Да нет, конечно, блядь. Почему он не меняется? У меня плохие новости для меня, у меня автобус не меняется. А у меня игра зависла. У меня черный экран уже висит долго. Блядь, сейчас тебя выкинет, Квантумец. Да я офигею. Амиго вышел!
Всем, не ври. Всем миром. Ладно, да. Пацаны, у меня сейчас будет, походу, самый долгий, рекордно долгий черный экран. Сколько можно таймер наложить сюда? И вот показываем таймером, сколько я сижу в черном экране. Сколько за это я мог бы сделать уже времени. Это настолько адское дело, что даже мой компьютер решил меня пожалеть и скажет, ну его нафиг, давайте черный экран врублю. Я до сих пор в черном экране сижу. У меня черный экран уже 3 минуты, и я не могу с него выйти. То есть, просто... Ну что-то у тебя сломалось. Справа снизу селектор вращается, и все. Но если тебя выкинет, тогда... А сейчас живи. Живи в черном экране. Это шикарный ролик получится. Охрененный. Ой, все, короче, я, видимо, нагулялся. Спасибо большое за это прекрасное терпеть. Времяпрепровождение. Охренеть. Всем спасибо. Всем пока. Не забывайте про подписки. Вот тебе да. Пока. 8 минут в черном экране. Это рекорд. Просто можно я в книгу рекордов Гиннесса GTA по нахождению в черном экране? Спасибо. Погулял. Блин. Бляха-муха.